И однажды как-то раз меня спрятал под матрас, чтобы иметь на всякий случай крупный денежный запас. Я форточник, особо опасен. Ты соображаешь, что это такое? Я стою на особом отделе, в шестом отделе, особо опасный преступник. Что ты хочешь с ним делать? Уничтожить. Давай, приступай. Сука! На острый берег. Гарри, ты в порядке? О, да! Собака может учуять самого осторожного нарушителя границы. А если он станет убегать, собака его быстренько догонит. Ёбана в рот, охуеть! Охуеть! Тормоза отказали,
сука. Zawiązać rój na tym samochodzie i znowu część tych psów pojedzie szukać miejsca, w którym będą mogły się. A co w takiej sytuacji należy robić? No więc przede wszystkim nie narażać się im, nie wykonywać żadnych. Oh.